Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я нахожусь в районе Махмутлар, нашел очень хорошую бюджетную двухкомнатную квартиру, даже две квартиры. Одна находится на первом этаже, это по турецким меркам, как по российским, как второй этаж. И на третьем этаже, около античного города Наула. Здесь расстояние до моря, именно до воды, приблизительно 600 метров. Я быстренько покажу вам инфраструктуру. А и дата этого проекта 150 лир. Эти квартиры обставленные. Можете купить и переехать жить. Быстренько я покажу вам. Вот это тот проект, который сейчас я вам показываю. Вот. Квартира находится на первом этаже и на третьем этаже. Тут присутствует открытый бассейн. Сейчас я пройдусь. Маленький ухоженный сад. С этой стороны открыта парковка у нас снаружи. Значит, здесь присутствует один лифт. Вот, присутствует такой лифт. Есть теннисный стол. Присутствует сауна, которая работает по понедельникам с 12 до 6. И, ну да, один раз работает в неделю по понедельникам. Вот такая тут сауна, красное освещение. Такая вот у нас сауна. И есть открытый бассейн. Такой открытый бассейн. Там детский бассейн в том углу. Зонтики и шезлонги. А это наш фитнес-зал. Поднимемся мы на первый этаж. Вот эта квартира, которая тут продается. Тут также есть еще двухкомнатная квартира на этом же этаже. Цена немножко отличается. Скажу почти к концу ролика. Вот такая здесь гостиная комната с кухней. 55 квадратных метров. Здесь маленький такой санузел. Вот, как тут свет. Вот. И вот это наша кухня такая, небольшая. Установлена бытовая техника Beko и стиральная машинка Beko A++. Вытяжка фирмы Kumtel. Плита тоже Kumtel. Значит, здесь такой маленький французский балкон, небольшой. И вот это наша не такая маленькая спальня, не очень просторная. Такая вот квартира. Встроенный шкаф-купе. И цена этой квартиры 44 тысячи евро. Также есть еще одна квартира тут. Ее цена приблизительно 44 500 евро. Такой вид тут. Здесь установлена система карты, как в отелях. Есть также с ключом. Вот хочу показать, что хозяин установил сюда карту. Вытаскиваете эту карту, свет отключается через 20 секунд вроде. Но холодильник работает. Все. Поднимемся сейчас на третий этаж при помощи лифта. Вот такой лифт на 4-5 человек. Поднимемся на третий этаж. Здание шестиэтажное, но
так как 4 этажа, 5-6 этаж у них считается как двухуровневая квартира, дуплекс. Так, цокольный этаж у них, так как фитнес находится, теннисный, стол там, где мы видели, и сауна. Первый этаж как бы второй этаж. Сейчас поднимемся, мы уже поднялись на третий этаж. Вот тут находится у нас квартира такая, обставленная. Так, снимем обувь. Свет пока не работает, так как абонемент еще не получен на эту квартиру. Постараюсь показать. Вот такой же санузел, как на первом этаже. Есть, присутствует телевизор фирмы SEG, холодильник Beko, духовка Alpina фирмы, стиральная машинка SEG и, кажется, Kumtel, нет, Alpina плитка стоит фирмы и, кажется, тоже Alpina вытяжка стоит. Фирмы не написано, не могу показать. Тоже французский такой балкон. Вот, небольшой, тут 55 квадратных метров, и вот такой вид. Вот античный город Наула, можете пробить в карте Google, я отсюда даже вижу море. Вот, видите пустоту там, там видно море. Здесь вид никогда не закроется, так как запрещено строить около античного города. Это максимальное расстояние, которым мэрия разрешает строить. Такая обставлена квартира. Вот это спальня. Вот такая спальня. Тоже встроенная шкаф-купе. Сейчас выйдем на балкон. Хочу подытожить итог о этом проекте. Проект сдан недавно, почти там несколько месяцев назад. Тут продаются 3 квартиры, двухкомнатные квартиры, обставленные. 2 на первом этаже, одну я вам показал, другую покажем на месте. Она тоже обставлена, тоже красивая. Там на нижнем этаже та квартира стоила 44 тысячи евро, вторая квартира 44 тысячи 500 евро, а эта квартира стоит 46 тысяч евро, так как высокий этаж и обставлено по-другому. Расстояние до моря здесь приблизительно 600 метров именно до моря самого, не до дороги. Находится проект около античного города Наула. Если вам понравился этот ролик, эти квартиры, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь информацией, это срочные продажи. Я не снимаю срочной продажи, но пришлось мне снять, так как запросы пошли по срочным продажам. Бюджетные варианты до 40 тысяч, они быстро уходят. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.